будем вести вот такой, как обзор. У нас будут выступать тройка. И давайте мы приступим к обзору. Я вам сейчас все подробно расскажу. Первое, что мы видим, это тройка. Она стоит 70 рублей. Можно поездки на нее тоже положить. Вот так она выглядит из себя. Она 170 рублей, поездки тоже. И теперь мы берем брелок тройка. Тоже можно использовать, только по-меньшему. Маленький, да, маленький. И им можно тоже оплачивать проезды и передвигаться ей. Она маленькая тоже. Она может перевозить на МЦКА, а существует Реджет. И у них специальные существуют номера, которые можно увидеть. Смотрите. Сейчас мы смотрим. Здесь у нас номер 104, а здесь 103. Разница тут есть. Ну, брелок тройка очень дорогая, она стоит 350 рублей. Если вы хотите, вы можете тоже приобрести ее на определенных странах, потому что она только на определенных станах, станциях, и вы можете ее приобрести тоже в любых случаях, потому что они продаются, есть в обычных цветах, как обычные тройки, вон. А есть вот такие черные с лошадями. Ну, они всегда даются. И давайте еще. И теперь мы берем вот такой паровозик. Я его купила в поезде. Я ездила в одну страну. Я вам не скажу. Тайно смотрите в описании. Вот. Она вот так выглядит. Ну, обычный брелок тоже на ключи, это паровоз. Обычная федеральная пассажирская компания Реджет. Вон, видите, как они выглядят? Тут, да, вот она, эта надпись Реджет. Давайте мы откроем ее. Распакуем. Мусор кладу. Вот так он выглядит. Обычные паровозики. Крутятся эти колеса. Вон, видите, они крутятся. Это во всех этих поездах. И тут, если вы сейчас увидите, тут есть тоже компания Реджет. Вон, видите? Ну, вот так они выглядят. Обычный брелок. Он стоит 250 рублей. Ну, как у нас сегодня был вот такой анбоксинг. И подписывайтесь на мой канал, жмите лайк. И есть один сайт, 1xbet. Тоже там есть большие выигрыши. Там вы можете тоже выигрывать. Я напишу сайт. А так, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.